каждый мастер делает свою зону. Там фишка своя там. За саратовской гармошкой стоят в очереди. На предприятии «Гармония» в месяц делают около 15 штук этих музыкальных инструментов. Сейчас мастер Вячеслав Дробышев обклеивает меха одного из них. В его семье одни гармонисты. Тетя 70 лет выиграла музыкальный районный конкурс. Сын тоже отличился. В прошлом году занял первое место гран-при на Заволокинском фестивале. На днях предприятие получило патент на саратовскую гармошку. Теперь этот музыкальный инструмент стал брендом региона и по бумагам. Стоит саратовская гармонь около 50 тысяч рублей. Но для музыкальных школ производители делают скидки. Покупают на подарки, вывозят за границу очень часто. Потом у нас есть... Покупают магазины. В этом году открыт контракт на гармонь. Да, не на саратовскую, а просто на гармонь. Было закуплено 3 инструмента из разных регионов, с разных городов, именно для закупа для школ. Конечно же, самая главная цель не подарок делать из саратовской гармошки, не сувенирную продукцию, а, естественно, инструмент, который играет. Веселый. Потому что здесь нет даже минора. Когда в его руках гармонь, у него лицо меняется. Юный музыкант Михаил Винокуров отыгрывает даже мимикой. При детской школе искусств номер 17 несколько лет назад решили организовать ансамбль «Саратовские гармонисты». Желающих оказалось достаточно. Есть даже одна девочка. Правда, сегодня она пропустила репетицию из-за контрольной. Гармония – это наша душа. Это наша песня, это наша музыка. Мы с удовольствием играем на этом инструменте на концертах. Вот у нас был сольный концерт нашего класса. Мы уезжали в поселок Сокол. Каждый из учеников моего класса играл классическую пьесу и народную пьесу. Все это было хорошо, все это оценено. Но когда мы сели на гармошках, дали там несколько произведений, аплодисменты, восторг был у преподавателей и слушателей этого поселка. Что, в общем, как-то именно гармошками мы как-то завоевали сердца слушателей. Интересно, что сразу в руки начинающим музыкантам саратовские гармошки не дают. Сначала нужно освоить баян или аккордеон. И уже потом можно развернуть меха на бренде региона. Надежда Новикова, Роман Шельдяев, Саратов 24.